Вытаскиваем? Да. И теперь ошкуриваем. Шкурка снимается элементарно. Берем хвостик, подрезаем. Ножик подставляем. Чтобы не уронить вот сюда. И вот так. Все, шкурку друзьям. А друзья сейчас будут. Да. А здесь получается вот такая филешечка. Чистенькая, аккуратненькая. Все, это мы пока сюда берем следующую. Это больше, будет гораздо сложнее. Так, вот эти кусочки сбрасываем. И точно так же. Один рез в эту сторону. Нож переворачиваем. Вот эта штука нужна для того, чтобы держаться за ней. Это друзья, а здесь получилась вот такая вот филеечка. Вот так все это выглядит. Это удобно, когда у вас три рыбки, а когда их 30, это ужасно долгий процесс, мучительный, но делать нечего, приходится этим заниматься.